признаков изменения климата, которые вы сами прекрасно знаете, является таяние ледников. Сегодня точно установлено, что ледники Антарктиды и Гренландии тают снизу. С 1995 года скорость таяния льда в Антарктиде выросла на 65%. Возникает вопрос, почему интенсивное таяние ледников началось именно в этом году? Сейсмологи из НАСА обнаружили под западной Антарктидой огромный магматический очаг Мэри Бёрд. Именно от него идет повышенный тепловой поток из недр и активизируются вулканы. Посмотрите на схеме слева красными зонами, вы можете увидеть этот магматический очаг. Несмотря на то, что магматический очаг находился здесь миллионы лет, в 1995 году по необъяснимой причине он активировался, что привело к повышению вулканической активности и интенсивному таянию ледников Западной Антарктиды. Неоспоримый факт, что Антарктида тает снизу из-за подъема магмы в магматическом очаге, и это происходит с 1995 года.